Люся, что? Вот это то, да, что творится, когда Влад пришел, да? Все, что, паника полная. На Титанике. Люся, целый день была, боже. Ну, девочка, колокольчик была целый день, а? Ты, колокольчик. Ой, пошла. Я думала, это малышам дать личи. Фух, ты скажи, тут всем хватит. Ты сама откроешь? Что? Не, что? Тут он, тут никуда не уходит. Это сними сверху, а то не закроется. Все, опять то же самое. Куда пошла? Нет. Так, клубника. Люся, на холмику ты пошла, что делаешь? Люся, дай. Люся, дай. Мое. Это мое, это мне. Это мое, да. Это опять мне, папа, ты что? Это столько всего мне. Забирай. Это лучше малышам нужно, чем ей. Люся, ты молодец. Нет, ну ты забрал, конечно. Она прям там вообще не увидела ничего. А что ты переворачиваешь камеру? Прям вообще не увидела. Да? То есть не личи, вот ничего. Если... То есть, ты знаешь, что таких фруктов люди не едят, не все. Ты посмотри, кусает. Ты посмотри, что делается, а? Надо прикрикнуть на нее. Да витамин С. Это для мани. Это тебе папа не вовремя вывод. Нет, это какой-то ужас. Это сутильная клубника, блядь. Сутильный выход. Блядь, голубики напихала полные щеки. Кошмар на улице Вязов. Люся. Люся. Что? Ты Нет, ты посмотри. Что такое? Что? Ты когда надо в ведро? Так ты в этот тазик, летающая тарелка называется. Люська в летающей тарелке. Люся. Люся, боже мой. И мы еще боремся за звание культурной обезьяны, а? Люся. Глянь, аж выворачивается, глянь. Сейчас я на голову как шлем оденет, понимаешь? Вот это вот. Ну, женщина, сразу тарелку берет. Нет, так я говорю, тебе уже шлем надо, понимаешь, одевать эту каску уже такую, как на стройке нужно. Ты посмотри, она меня кусает, а? Ты ж глянь на нее, а? Ты посмотри на нее. О, нет, она сейчас все-таки оденет тебе, понимаешь, вот это вот на голову. Люся. Дай сюда, вот. Дай тарелку, я соберу это все. Если ты не хочешь. Люська, футболист. Люся, у нас такая побольше есть. Давай я тебе дам побольше. Давай. Сейчас. Ой, Люс, смотри, красненькая. Ой-ой-ой-ой. Что, ничего нету, да? Беда. Дурак и красненько, Мурат. Люс, так и ты. Люся, смотри. Что? А? Летающая тарелка. Полетели сквозь ели. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это ужас. Что делается в доме, когда приходит Влад? Так, нет, я пока собираю. Пока я держу? Пока ты держишь, потому что она сейчас все в хлам превратит. Ты понимаешь? Ну вот уже ж много витамина С очень. И мы им стараемся давать такие вот всякие, даже экзотические фрукты. Ну, так как сами не едим. Генетическая память, ну не надо. Не трогай. Не трогай. Почисти. И лишь бы вот это зацепиться на что-то. Вкусненько. Не будете есть, сама все съем. Люся.
Что, пусто, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, это я унесла. Детям дам, если ты не хочешь. Чисть. Я знаю, что ты умеешь. Все давали. Что такое? Кушай. Личи. В смысле, это не личи, личи мохнатый. А это нормально выбило. Сладенький, вкусненький. Да? Что-то холодненькое такое. Да попробуй, здрасте. Ну что ж, не ел в экзотических странах, ты просто забыл. Она такая раз. Вкусно. Вон она выкинула свое. Люся. Попробуй. Гамма реактивная. Давай малым дадим. Это кошмар. Это кошмар. А косточку забирает. Вон там, вон подними. Что-то у нее то ли из-за щеки вывалилось. Везде же я скидала уже. Ну что, ты все уже? Успокоилась? Маня там рвет и мечет, а? Все. Забрала. Мне твоего бардака... Нет, ну целый день нормально. Обезьяна как обезьяна. Тебе удобно? Эквилибристка Люси. Маня, не кричи, тоже еще одна скандалистка. Ей это все даром не надо. Ей нужно, чтобы тебе с головы попрыгать. Ей подуреть с тобой надо, ты посмотри. Давай эту еду, потому что оно ей. Давай. Вот поиграться, это наше все. Люся. С тобой надо представление уже давать, да. Будет пользоваться большой популярностью. На арене Тайгана, Люся and Company. Да? Полетать решила. Говорю, летающая тайга. Ступа, ступа для Люськи. И ждет. Вечера на хуторе, блин, бездикань. Чертик. В ступе. Ой, довольная папа пришел. Довольная. Да, маловато ступа, да? Маловато, Люся. На такую уже опу. Так, куда? Куда? У меня все четко. Понимаешь? Утром постоянно, вечером отбой. Тут тебе не здесь, я тебе не папа. Если бы вы со мной так себя вели, то я бы ничего сзади не успела. Угу. Мы с подписчиками Владика оригинально решили, что ты должен быть с ними построже. Построже? Да. Что ты не должен все время вот даже командный голос как-то, понимаешь? Где ваты, где командный голос для них? Нет, командный голос у него есть, но это для меня. А для них, вот я не знаю. Вот так балуется он только с внучками. И с бибизянами со своими. Ты ее щекочешь? Люся? Просто чухаю. Чухаю. Ой, Люся, Люся. А там Маня уже все уже исходится на тот же крик. Это, Люся, это будет вторая серия. Маня что? Маня. Что у? Что? То есть меня увидела, все, сразу это самое. В позу лотоса. А Люська такая сразу прятаться, думает, так, сейчас меня в вольер. Да, Люся? Что, а? Что, а? Давай, кто отгрыз от зеленого матрасика? Люся. Нет, давай не будем совмещать. Им нужно помыть, ей сейчас опу помыла. Им нужно помыть сначала. Кто отгрыз от зеленого коврика? Ищет, 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 как к ним зайти.
Что такое? Скажи, ведущая самка, не могу зайти. Помогите, спасите. Помогите. Не дают войти в вольер. Скажи, тут все мое. Что такое? Все по порядку, Маня. Смотри, я им купила сегодня такие вот поменьше. Сидушки. Жх. Оба, оба. Я же говорю, на арене Тайгана, Люся, Маня, не придуриваемся. Я четко знаю, когда ты вот это вот на публику играешь, а когда что-то истинно хочешь. А тут же ж ревность, ревность. Зато как ползет, как ползет. От же шкурятина, ну как ты ее любить не будешь, а эту шкуру барабанную? Люся, вот это летающая тарелка, вот это я понимаю. Люся, так, давай, ей понравилось. Давай тех брать, а то там идет сумасшествие. Люся, не дают тебе, ты понимаешь, вот насладиться. Да, не дают тебе с папой наиграться. И вместе вас, пока ты не передуреешь. Потом там, опа, потом. Ты что там зубы точишь? Она любя. Я понимаю. Так, ох.